Всем приветики. 16 декабря. Вчера была днюха. Здесь вчера стоял компот, утекла. Вон компот мы благополучно выдули. Сегодня здесь стоит вода. Но уже после работы можно будет разложить капусточку в банке и поставить в холодильник. Трое суток она мне стоит вот так вот. И потом я убираю в баночках холодильник. Дуняшка спит. Дуняшка мне осталась ночевать. Коля спит. Ну, а бедненькая Леночка собирается на работу. У нас утренние гонки. Гонки по вертикали. Вчера снова сняли штору. Это у нас нормальное явление. Лиса, ну, ты не влезешь туда. Ты не влезешь, попа больно толстая. Мелкая из-под шкафа лапу свою. Вот уж она. Ты так быстро тут появилась, я ж не ожидала. А? О, скотная кошка. Скотная кошка. Сейчас скинет. Так, Лиса на стрёме. Я сегодня буду на работу собираться, нет? Или за вами наблюдать надо. Смешные кошки. Коротышка свои крутят. Я же говорила, Лиска родилась с поломанным хвостом. И так он у нее не вырос. Такой короткий остался. Зато в массе. За троих хвостяра. Где? Все, в ванну занеслись. У меня продолжается праздник. Чаечек. Вкусняшка. А я люблю ковыряться. Шампунь. У меня как раз шампунь заканчивается. Угадала. Ой, а тут? Угадай. Крем, вот, то, что надо, Оля. Крема без конца, я только успеваю покупать. А что теперь? С мордой. Вот. Полотенце. Ой. Купила синенькую бижутерию. Не знаю, ну по цвет глаз, думаю, понравится. Нет, ой, блин, маска для вас. Спасибо, Ольте, знаешь, сколько всего одарила меня. Праздник закончился, подарки продолжаются. Приехала к родителям, там Наташа. Она мне денежку перечисляла, ну, на подарки. И говорит, остальной подарок заберешь. И как раз я ее встретила. Глянь, какое полотенце она подарила. Глянь, с одной стороны так. И можно укрываться, не обязательно полотенце. Мне прям жалко уже полотенце. С другой так. Глянь, такое мягенькое. Мягкое, классное. Тут он змеюка нарисована. Тебе тоже будут подарки от родителей и от Наташи. Ну, получишь 19 числа. Подарки от Наташи и от родителей. Я раньше не выдам. Они уже у меня. Но это тайна. Ну, куда ты вот, куда ты ходишь? Чтоб лапки твои все посмотрели. Лиса. Ну что, я ж только что давала вкусняшки. Тебе полотенце новое дать. Вам бы на них... со мной. Да. Дуня поехала на елку. Я сказала, чтобы там поснимала, пофотографировала. Прошу, у меня 100 рублей. На, а что так мало попросила? Что так скромно? Что так скромно попросила? Ладно, переодеваюсь. Что-то хотела сделать. Ну, кури я потом. Они сегодня не растают. Завтра, наверное. Ну, ты одна больше килограмма весит или что? А чьи вообще посчитать? Не знаю, Коля купил курей по дешевке. Одна кура 250 рублей. Красная поляна. Она тяжелая, Коль. 250 рублей даже килограмм не стоит. Сейчас килограмм курей дорого стоит. А ты за 250 купил, знаешь сколько? Как я говорю, 3 штуки килограмм 10 весит. Короче, 2-300, одна курица. 2-300. А за курица 250 рублей. Это даром, так что съедим. Ну, тут привез 6 штук. Мне так есть, Дмитрий. Короче, по 3 штуки вам досталось, да? Попробовала капусту. Капуста просто огонь. Вкусная, хорошо проквасилась, хрустящая. Так, как я люблю. Сейчас по баночкам и в холодильничек. Короче говоря, я сейчас просто плакала. Посмотрите на эти розы, посмотрите на этот букет. 25 шикарных, просто шикарнейших роз. И знаете, от кого это? Это Льюшки, это Колин, старший сын.
заказал доставку цветов. Я не знала. Позвонили в домофон, доставка цветов. Я такая, не знаю, думаю, от кого. Все вроде поздравили, ну, подарки подарили, все. Открываю дверь, спрашиваю, мне говорят, вам. Я говорю, от кого? Неизвестно. Думаю, мама дорогая, от кого? Вообще не понимаю. Захожу на кухню, гуляет. А Илья спрашивал, хотел заказать доставку, и что-то у него там спрашивал по доставке. И, короче, я поняла, что это Ильюха. Позвонила, расплакалась, поблагодарила его. Знаете, какой шикарный букет. Я прям не могу с ним расстаться. Я хожу, как это, с куклой, с нянькой. Это что-то с чем-то, это просто шикарно. Сейчас эти розочки, которые у меня все вчера мне дарили, сейчас их всех положу в ванну, пусть холодной водички полежат, отойдут там буквально, не буквально, а наоборот, часика даже 2-3, чтобы они мне подольше постояли. Я влажу в свое видео уже из будущего. Да, уже из будущего. Знаете, что хотела сказать? Я неправильно поняла, вернее, я там правильно поняла. Коля неправильно мне сказал или неправильно сам услышал и мне неправильно озвучил. Цветы это не от одного Ильи, это от Ильи и от Даньки, от обоих сыновей Колиных. Вот, поэтому подарок от двоих был. От двоих мальчишек. Очень приятно, очень здорово. Да, Масечка? И цветы вот уже прошло, я же монтирую позже. Коля там мне мешает, как обычно, снимаю, шуршит, тут туалет смывает, покурит. Я же монтирую позже, да, уже прошло несколько дней. А цветы стоят, как будто их только срезали. Вообще живые-живые, классные-классные. Сейчас покажу, кстати. Вот они, розы, стоят в комнате, где звери. Здесь попрохладнее, и цветам здесь получше. Гляньте, как классно, как здорово. Вот, часть роз я уже выкинула, сегодня 20 число, я монтирую, сегодня 20 число, часть роз я уже выкинула из подаренных, потому что они просто попадали, что их в ванной замачивала, что не замачивала, бесполезно. Колиные хризантемы стоят, вот розочки стоят, Саша с Мишей, это Игоря розочки тоже надо выкинуть, ну, как-то так. Положила розы в ванную. Самый крепкий оказался букетик Саши с Мишей. Вот они, розочки. Они самые крепкие. На втором месте Дуняшкин букетик. Вот они дальше лежат, розочки. На третьем месте розы от Игоря. Он так сразу сказал, говорит, иногда покупаю розы. Стоят долго. Иногда, говорит, купишь три, одна голову повесит, две стоят. Иногда все три стоят. Говорит, не угадаешь. Но вот в этом случае все три розочки головы повесили. Но я думаю, водички полежат, немножко отойдут. Наташа, моя тетя, всегда так делает. И делала раньше. И мне, сейчас я была у родителей, тоже посоветовала, говорит, сделаю вот так вот с розами. Говорит, и потом еще корешки, говорит, прямо так вот расщепни. И нижние листья все убери, чтобы они на себя влагу не забирали лишнюю. Поэтому хочу максимально подольше любоваться цветами. Буду за ними ухаживать, чтобы они меня подольше радовали. Позвонила Дуняшка, попросила пожарить ей на ужин картошки. Есть ее фигурой можно, жарю картошку. И у меня оставалась начинка с пирожков, которые я делала с картохой. Начинка вкусная, картошка перемешанная, перетолченная с лучком. Купила сегодня слоеного теста. Дуняха любит пирожки с картошкой, слоечки. Я тоже люблю, может и Коля клюнет. Короче, делаю, уже сделала, сейчас дамажу все до конца яйцом и сделаю слоечки с картошечкой. А еще, вот сколько получилось капусточки. Такая вкусная, я столько ее поела, пока накладывала, щипала там по чуть-чуточке. Классная, вообще классная капуста, не зря сделала. Ну что, поговорим о делах наших скорбных. Гляньте, уселись, смотрят, Лена села монтировать, кошки сели наблюдать. Коля там ходит. Помаши ручкой. Как ты махался? Мася, Лися. Друг ваш, да? Вы его знаете? Я, говорите. Чего вы молчите? Пару слов для интервью. Мяу. Мяу. Дуняшки еще нет до сих пор. Ждем. Пока Дуняшку ждем, я помонтирую. Ну, что такое? Что такое? Ну, тихо, кошки, холёси. Фигузи. Домофон не открылся, давай быстрее. Лена, Лена, раздетая с мокрой головой. Ой,
Господи, какая шаба. Да вот я открыл. Ну вот. Пошли. Арчик, ты Арчик такой красивый. Привет. У меня началась аллергия на кошку, когда уже уехала. А, видно, в глаз это попало. Ну и что? Вот тут слезилась. Думала смыть макияж прям в майке, прям мылом. Без салфеток причем. И что, смыла? Нет. А почему этот человек не мог открыть дверь? Он же в нашем... Он ключи доставал. А, долго. Шоколад. Это... Она хочет, чтобы я водки выпил. Рюмку мне подарила. Зачем? Рюмку мне подарила, Коля. А то вы вчера коньяк пили, а мне не с чего было, поэтому я вчера не пила коньяк. Это где ты взяла? Что там написано? Стопка. А зачем 50 ты... миллилитров. Зачем ты мне это купила? Что я? В каком магазине? В Фикс-прайсе, где? Нет. А где? В Фикс-прайсе. Где? Угадай, сколько стоит? Ну, рублей 10, наверное, или? Больше. Вот, я думала, ты потратилась? Да. 30. Больше. Я под икру купила штуку, она стоит 50 рублей или 70. А ты стопку за сколько купила? За 50 рублей? Ну нет. А не может быть, она больше стоит. Ну а 50 миллилитров 52 рубля. Обалдеть. У меня теперь, Коля, есть рюмка личная. Прикинь? Чего? Дай посмотрю. На, тебе надо. Да там ничего нету. Ну не можешь. Где-нибудь со стола. Он думает, что где-нибудь со стола спёрло у кого-то. Спасибо, Коля. Приятное мнение обо мне складывается. Так, вешай куда-нибудь. Вон, на мою дубленку. Картошки я тебе пожарила. Я вижу, пирожки я тебе с картошкой сделала. Спасибо. Да стой, няха. Моя шарочка, я, господи. Няха. Отстань. Ты, я смотрю, ты соскучилась за всеми, пока ездила. Не замерзли с Соней? Нет. А что, елку не сфотографировала или не выложила? Сфотографировала, там ее не было, там была только вот эта штука, елку еще не поставили. А что мне сказали, что поставили? Ну там есть только вот этот большой центр, который... Ну, который середина, да? Да. И вот это что-то сфотографировали? Больше я там ничего не увидела. А, короче, еще рано. Бешеный ребенок. Почему ты меня не любишь? Она со всеми так. Она всех любит, но она со всеми так. Большое. Короче, Дуня попросила себе что-нибудь одеть, бриджи. Надеть. Я ей дала бриджики. Тем более не свои даже, а мои мамы, бабушки Света, они даже меньше размером. Все равно Дуня влезла в одну штанину туда двумя ногами. У нас сегодня было Джимми-Джимми-Ача-Ача. Джимми-Джимми, это Дуня себе надо. Тут даже без комментариев. И она себе что-то тут накупила. Я хочу первое. Покупать. Здесь нужны батарейки. Коля, ты шаришь же батарейку? У тебя есть такие? А ну, дай. Ну, Коля шарит. Это Лена шарит. А, это на фонарике-то, я понял. У тебя есть такие? У него нету. Не, я знаю, какие покупить. Купить. И что они это, светят? Это будет красиво. Вот, короче, она будет переливаться. А-а-а. Это будет красиво. Надо сколько стоит? Найти. 250. Где вот. Взяла? Фикса. Да, там без батарейки вот. Дается. Да. Ну, Лена. Спасибо. У меня такая наподобие была, да, с него выпадает. Три батарейки больше, но я посмотрю. Это сейчас покажу все. Второе. Соня, мы зайдем в Тортомастер, просто мне там взять что-нибудь. Я говорю, окей, заходи. Зашла, она взяла себе вот это. 69 рублей такой пакетик большой, тяжелый, звездочек. Ну. Я просто зашла себе купить посыпки. А где ты деньги взяла? Коля тебе 100 рублей, говорит, дал. Да. Ну, я и что? Потратила. На 100 рублей ты не могла столько накупить. На Мак, Макдональдс. А, ты... Остальное Соня угощает. Соня. Я просто зашла себе купить, говорит Соня. Это едят, Коля. И внимание, мы купили чай,
в Макдональдсе. И знаешь, как выглядит чай в маке? То есть не обычный пакетик, а вот такая вот коробочка. Ничего себе. Я ее решила сохранить. А, в такой коробочке чайный пакетик, да? Один. А с чем был чай? Там чай, там сам пакетик. Просто обычный. Да? Там внутри пакетик. А, так он есть там? Да. А, так он запечатанный. Так я его сохранила, упаковку специально с чаем. Я уже давно понял, а ты все... Коля, какой ты... Я еще себе жвачку, короче, взяла, но я ее сожрала. Но, Лена, как же я могла тебя оставить без пробы на жвачку? Пробы на жвачку? Ой, другое. И я хочу пожевать. Да куда вместе с зубами выскочит, Коля? Успокойся. Коль, не тот возраст. Не угощай меня. Не тот возраст, Коля. А мне? Коль, жвачку будешь жевать? Буду. Ты с ума сошел? Да какой же? Подставьте за всеми. Нет. Точно. Дадим Коле? Половинку. Конечно. Меньше половинки. Знаешь сколько? Да не буду я ему с его зубами еще челюсть там оставить на жвачке. Так он оставит там ее. Да, ну во рту приятно будет половинку тебе. Как-то так. Надеюсь, Лена найдет на сюда. Давайте лучше холст дам. Или что ты мне там подарила? Холст же? В смысле? Нет, стоп, это вкусная элитная штука. Одну. Так она тоже жевательная. Вот и бежует одну. А ну вытащи. А ну вот, это как вот Сафонов, оплати. Дайте мне жвачку, я пожую. Ему жевать хочется. Он жвачное... Животное. Ну, типа ну там... не животное, но да. Ну, жвачное. Снега зимой не выпросить. Да тебе все даем, что ты плакаешь? Тебя открывают просто тут. Так, стоп. Что-то недоразумение. Если вкусно. Понравится, всю ночь жевать буду. И как я буду спать? Ко мне пойдешь. Ко мне пойдешь. Придется с Дуней спать. Это ключи. Ну вот это вот мне нравится, вот этот вот брелок с ключами, потому что не потеряешь уже стопудово, когда столько висит на ключах. Это еще не все, у меня еще дома минимум две. Иди с мой лоб. Дуня, на, туда. Любит человек командовать. Ты посмотри, он это... Не... А еще я купила ей рюмку. Это уж да. А, я знаю, что ты оттуда пить будешь. Чего? Вот это? Бульон рюмочками. Все, Мася вся расслабилась. Вся уже с Дуняшкой. Уже любовь-морковь. Уже не первый раз сидит за вечер у нее на руках. Все нормально. Дуня нормально хоть штаны одела. Надела. Куда? Ты пошла надела? Да. Ну все хорошо. Ты смелая теперь кошка, просто смелючая. Сейчас Лена пойдет спать, Лене бедная с утра на работу вставать. А эти вот два кренделя. Это завтра до 13. Ну и что? А я в 16 уеду. А вы выспитесь. Нет, я даже пораньше уеду, я на каток завтра пойду. Я уже зеваю. На каток с кем? Флешмоб. Какой? По зеванию. На коту с кем? С Соней? С другом. Лена, нет. Я что-то не знаю? Нет, Лена, нет. Даже не думай. Сама проговорилась. Где этот каток? Ледовый дворец. Ну, я... Да, угадай, ты такого даже не знаешь. Дворец я знаю. Шок. Ты же знаешь только работу, пятерочку, магнит и все. И дом. Ну что, бабушка, дедушка, Наташа. Ой, не, пупс, давай. Я твое средство от всего. Для всего.